Токсичный смог в 10 раз превышающий норму вновь накрыл столицу Индии, Нью-Дели. Власти вторую неделю борются с экологическим кризисом. Согласно данным, уровень ядовитых частиц в воздухе столицы Индии достиг отметки 495 килограмм на кубический метр, в то время как норма является лишь 50. По прогнозам метеорологов, рассеять густой смог помогут дожди. Большинство частных и государственных школ вновь открыли свои двери для учащихся. Однако учебные заведения в городе Гуруграм, близ Дели, остаются закрытыми. Напомню, на прошлой неделе власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Тогда уровень загрязнения воздуха в Дели превышал норму в 20 раз.